Каждый день у участников образовательного проекта «Волонтер» проходят мастер-классы от профессионалов своего дела. Сегодня юные добровольцы рассуждают о мотивации и целях волонтерства вместе с ассистентом посла Словении в Российской Федерации, автором и ведущей программ по социальной адаптации и психологической поддержке безработных инвалидов в городе Саров Дарьей Миняевой. Потрясающие ребята, я давно таких не видела, чтобы горели глаза, сердца, и они настолько сплоченные, хотя, насколько я знаю, только неделя прошла, да, с начала смены. И они уже все как будто, не знаю, 100 лет друг друга знают. Вообще потрясающие ребята. Волонтер и доброволец – одно ли это и то же? Волонтер – это бесплатная рабочая сила? У отряда Центра добровольчества на эти вопросы много ответов. В ходе игры мальчишки-девчонки задумываются о социальной ответственности волонтера. Я впервые столкнулся с волонтерством, когда был еще маленьким и пошел в лагерь. Там волонтеры не просто невероятно заражали всех своей активностью, энергетикой. Создалась такая невероятная атмосфера, семейная, можно сказать. И я тогда тоже зажегся и сказал себе, что я тоже хочу стать таким, я тоже хочу зажигать детей, я тоже хочу создавать атмосферу. Каждую смену с волонтерством во Всероссийском детском центре знакомится более 20 мальчишек и девчонок. Новые навыки и умения, яркие эмоции и незабываемые впечатления – все это увозят домой участники образовательных программ.